Привет, друзья, с вами Deft Hill. Наверное, из-за этого шума ничего не слышно, но я на московском велопараде. 28 мая, 11 часов утра. Уже куча-куча народу. Самое массовое велосипедное мероприятие, которое я вообще когда-то посещал и видел. Так, ну еще на проспекте Сахарова находимся. Смутило меня, что теперь и на велосипедных мероприятиях надо сумки себе показывать. Это очень неудобно, раздражает, но такие у нас дела нынче, по-другому, видимо, никак. Вот, так что буду ждать старта. Никто из моих товарищей сегодня не приехал, все испугались погоды. Ну, видно, что там не так все весело, поэтому буду снимать самостоятельно. До встречи на старте.
велосипед рыжий сделал. Ну что ж, друзья, велопарад закончился, мероприятие было достаточно интересное. Впервые такой большой красивый маршрут прям по кругу, по кольцу Садовому по Москве. Очень понравилось, конечно, очень много толкучки, часто перед веселыми моментами тормозят впереди колонны, поэтому в горку немного сложно ехать, и лучше, наверное, ехать не в начале, а наоборот притормозить, подождать, пока все разъедутся, ехать в конце, потому что толкучка и, конечно, народ просто какой-то неимоверный. Мне, честно говоря, даже было немного неуютно, потому что слишком уж много людей. Но в втором это достаточно большой, красивый и самый такой, наверное, интересный маршрут по Москве, который был на мероприятиях велосипедных, на которых я был. Так что такие дела. Собственно, вот мой велосипед, который меня не подвел, любимый. Видел я сегодня еще раз с белыми покрышечками пару велосипедиков, синий и рыжий. Рыжий, вот мне тоже до этого была идея свой велосипед сделать рыжим с белыми колесами. Сколько я люблю зеленый цвет, я сделал все-таки его зеленым.
Вот видно, как я снимаю, собственно, само крепление на грудь для GoPro. Честно говоря, с головы на самом деле снимать лучше, но вот я, честно говоря, как-то поленился на голову сейчас одевать, решил напяли на грудь и будете спокойно ездить. Надеюсь, что кадры тоже были вполне себе хорошие, такой будет скромненький отчетик. Надеюсь, вам понравится и будет любопытно, что такое московский велопарад 2017 года. Пока!